какой стране сегодня родится гений? Вот этот гений парного катания родился в Китае. Но их же еще воспитали, выписывали. Это понятно. Но не, я всегда говорю, и тренерам всем говорю, что нельзя со счетов скидывать то, с чем родила мать. Она родила ее вот такой настоящей парницей с детства. Это вундеркинды. Французская пара Лола из брата и Андрей Новоселов открывают сегодня произвольную программу. Они по сравнению с остальными выглядят чуть-чуть менее в выгодном положении, так как после короткой программы набрали менее высокие баллы по сравнению с соперниками. Вот она на короткой завалилась, да? Сейчас тоже уже упала. Хотя они вошли вот в эти 16, которые будут выступать сегодня. И это наш мальчик, мы вам уже говорили. Который перебрался во Францию. И там не одну девочку выучит, поверьте мне. Это будет плохая, дадут другую девочку. Но у него была уже не очень удачная партнерша Дарья Попова. Которую потом и с Брюно Массо каталась, и также не слишком здорово. Девочка эта не резкая. Пока ногу поднимет, время проходит. Не китаянка. Как ты программу ставил, видимо, не Петипа и не Иванов. И не Бежар, точно. Остались без прыжковых элементов. Сальто, выброс. Сделан был хорошо, но девочка вяла и не раскрылась. Такие очень точные формулировки. Яркие определения. В ней нет энергии, которая должна быть в парнице. Тоже. Связки, которые находятся между элементами, не заполнены ничем, кроме беговых шагов, абсолютно простецких, даже без каких-то поворотов или там моукоков, которые, ну уж прямо даже нетрудно делать. Даже без шоссе, который тоже является элементом. Вот.
Лола съехала. Вот зачем он уехал? У нас таких девочек тоже очень много. У нас есть и получше. У нас есть и получше девочки. Да, можно сказать, что мало что получилось у этих спортсменов. Один невнятный элемент следовал за другим, но, по большому, чисто исполнено не было практически ничего. Может быть...